День города ивановским коммунистам изрядно подпортили. После прохода колонны иностранных гостей, специально для которых красные подготовили самые провокационные свои плакаты, в палатку, где находились коммунисты, неизвестные выплеснули химический раствор, предположительно аммиак. Представители правоохранительных органов, по словам секретаря ивановского обкома Владимира Кленова, не попытались оцепить место происшествия до установления природы вещества. Когда растянули транспарант, тут же прибыли три подполковника, полковник, два майора, лейтенантов куча. Пролили отравляющее вещество, стоят как истуканы, абсолютно ничего не действует. Вот такое впечатление, что тут же. Или уже для них коммунисты не люди. Как позже сообщили спасатели, уровень отравляющих веществ в палатке красных оказался нулевым. Что это был за раствор, установить не удалось. В дурно пахнущей ситуации коммунисты винят представителей городской мэрии.